Ну, а мы продолжаем наше специальное включение. Я напомню, что сегодня на нашем телеканале сенсация. Костюм Эллада по доступной и максимально сниженной цене 2999 рублей. Костюм Эллада. Яркий морской синий цвет выбирает для себя наша Анастасия и сочетает с любым топом, который есть в вашем гардеробе. Давайте посмотрим на Олечку Гридунову. Оля выбирает для себя классический черный цвет. Но яркие вставки из красного и белоснежного нарядного цвета украшают нашу модницу. Ну что ж, мне нравится этот костюм тем, что я в нем немножко хоть стройнее стала. У меня талия появилась, а я же яблочко, помните? И знаешь, ножки тоже постройнее. Сейчас нам Света расскажет, как произошло такое чудо, как спортивный костюм без физических нагрузок может убрать объемы. Если наша Оленька носит 48-50 размер, то в костюме Эллада она выглядит на 46-44. Вначале я расскажу, какие цвета у нас остаются, а потом секреты стройности. Бирюзовый яркий цвет выбирают сегодня те женщины, которые хотят украсить, прежде всего сделать прекрасным свой образ. Это яркий цвет, это летний цвет, и он сочетается здесь с фуксией. Еще у нас есть сиреневый оттенок. Я знаю, кому он понравился больше всего. Не буду показывать пальцем. Светлане Воронцовой. Да, сиреневый цвет, фиолетовый, глубокий, мой любимый. И мне еще очень нравится смелое сочетание с бирюзой. Давайте посмотрим сейчас с вами, во-первых, секреты стройности. Как бы то ни было, Оленька, какой бы красивый ни был костюм, какой бы комфортный. Наши женщины даже в комфортной жизни хотят выглядеть постройневшими лучше. В этом костюме правда. Ну что ж, давайте прямо сейчас разбираться с дизайном. Я хочу напомнить, что у нас есть большие размеры, шикарные, аппетитные красотки. У нас есть для вас новость. Вы постройнеете без диет. И 64 размер пока есть в наличии. Звоните. Цена самая доступная. Действует только один день. Вообще, Ирина Кулакова и бренд Лавира радует нас не только эксклюзивными тканями. Это трикотажно-вискозное полотно. Ты уже чувствуешь прохладу на своем теле, Оленька? Да, мне не жарко. И ткань, правда, холодок, и она практически не ощущается. Да, это вискозная ткань, которая струится. Мы поговорили про преимущества ткани. Вообще, Ирина Кулакова радует женщин стройностью, стройным силуэтом. Вот так она грамотно отшивает свои одежды. Вы уже заметили вставки. Это принт, полоска, смешанный с морской тематикой, на самом деле отвлекает от особенностей женской фигуры. Посмотрите, ножки Оли постройнели по бокам на 5 сантиметров с одной стороны и на 5 сантиметров с другой стороны. А да? Потом мы видим еще вставку на зоне талии, поэтому наша фигура приближается к идеальной. Тип песочные часы. Лепим себя новенькую. Вы знаете, это очень здорово, когда надеваешь спортивный костюм, подходишь к зеркалу и понимаешь, я идеальная, я классная, мне худеть не надо. Если вы хотите постройнеть, сделайте один звонок. А мы сейчас приглашаем вас на подиум. Лешечка, пройдем на подиум и посмотрим, какие наряды выбрали для себя девчонки. И, конечно же, подберем правильный размер. Анастасия показывает вам, что при помощи капюшона мы можем укрыться от солнечных лучей, от небольшого ветра. И вообще, этот костюм хорош тем, Оленька, что мы можем носить его круглый год. Летом мы можем прогуляться на улице. Причем каждую деталь нашего костюма, ветровку и брюки, мы можем носить как вместе костюмом, так и по отдельности. Да, друзья, ведь это костюм и верх, и низ, брюки с курткой. А по цене меньше 3000 рублей со скидкой в 1800 рублей экономии. Я напомню, что дозвониться к нам можно абсолютно бесплатно, даже с мобильного телефона. Мы вам это гарантируем. Мне очень нравится длина этих брюк, мне нравится фасон этих брюк. Прямые брючки всегда идеально удлиняют ножки, делают нас гораздо стройнее, а еще здесь есть свобода. Широкие вставки, имитация лампасов будут уменьшать нашу линию бедра. Высокая посадка брюк будет подбирать зону бедер, животик, ягодицы. Поэтому мы можем с вами даже не заниматься спортом. Но надев костюм Эллада, мы потеряем несколько килограмм. Именно такую задачу перед собой подставила Ирина Кулакова, и она ее выполнила. А вы хотите постройнеть без диет? Тогда звоните прямо сейчас. Чудесная скидка 1800 рублей. Уже завтра этот костюм в остатках будет стоить 4799 рублей. И посмотрите, как ткань тянется. Это отличная дистанционная покупка. Сядет в любом случае. Я держу в руках, девочки, 50-й размер. Ну вы посмотрите, насколько упругая, эластичная ткань. Для меня очень важна не только красота, не только дизайн, но как мое тело будет себя чувствовать. Посмотрите, какая широкая эластичная лента. Причем она скрыта внутри, она не выпирает, а значит, она будет не только
только убавлять зону вашего животика, но еще и сядет и подстроится под ваши параметры. Ты знаешь, Светочка, я еще про комфорт с тобой хочу немножко поговорить. Я, конечно, не умею делать колесо, как и Сайкина, и Мокшина, но я могу руки вверх поднимать. Смотри, оп, вот когда руки вверх поднимаю, смотри, и животик мой не оголяется. Это насчет высокой посадки, мне это нравится. Вообще хочу сказать, Оленька, костюм тебе действительно стройнет. И не нужно говорить о том, что у тебя что-то не так. Главное выбрать правильный костюм. И мне нравится, что Оленька у нас часто жалуется на длину рукава. Но здесь у нас на рукавах есть специальная манжета, которая выполнена тоже из контрастной принтованной ткани. Вы можете сами подстроить длину рукава, как вам пожелается. И мне очень нравится, что все здесь качественное, мягкое. И давайте посмотрим сейчас, если уже заговорили о качестве, на молнию. Молния металлическая. Ты знаешь, Оль, что выбирая металлическую молнию, мы, не задумываясь, стираем этот костюм в стиральной машинке, а можем на руках постирать. Молнии ничего не случится, ведь это металл. Слушай, ну металл вообще надежнее, чем пластмасса, это я уже для себя уяснила. Сколько детских одежд я переносила в ремонт, чтобы нам поменяли молнию, и всегда второй раз брала именно металлическую молнию. Итак, еще раз, сели, встали. Посмотрите, делаем зарядку. Посмотрите, как прекрасно тянется ткань. Отличных вам покупок сегодня на телеканале. Ну а я напоминаю расцветки. Черный цвет пользуется популярностью, и синий — морской стиль. Наши девочки сегодня показывают не только красоту, грацию. В этом костюме каждая постройнеет. Не нужны никакие физические нагрузки. Ведь наш российский дизайнер Ирина Кулакова продумала все до мелочей. Мы часто стремимся к идеальной фигуре — песочные часы. И говорим: эх, где же моя талия? Но в этом костюме Лада талия вырисовывается у каждой женщины.